Ребята, всем привет! Я в городе. Тут мини-рыночек. Тут боулинг-центр. Возьмите вот, да не сплю, рисую себя. Живой посоветую. Чай пили сегодня. Тут саженцы всякие. Перец. Вот какая-то импортная. Они
Че, Иринка купила сырники и сухарики от Молина. Такие сырники. Че, вот сходила в больницу, дали мне инсулин. Ну, дали меньше, чем положено. Сказали, что есть. Ну, зашла я Ермолина. Купила сырников, сухариков. Сейчас собираюсь домой. Полосок мне не дали, сказали, нету. Вот так вот. Вот там у нас пожарка находится. На рынке, сами видели, ничего нету. Помидоры за 99 рублей уже гнилые. Я думаю, нет, не стоит. Городок. Сейчас еще в монетку зайду. Нет, в пятерку заходить, наверное, не буду, но в монетку зайду. И домой приеду. Ладно, хоть тут же появился инсулин. Ну что, вот мои монетки. Слива. Как думаете, вкусная? Твердая. Абрикосы. Тут где? Киви. О, виноград. Груша. Яблоки, они невкусные. Смотреть надо. Орео. Так. Конфеты лежат. 169. Это вот эти, наверное, да? Ну. Взять, что ли, попробовать. Так, надо найти пакетик. О, чипсы. Так. О, 44. Угу. Ладно. А тут пожалуйста. Шоколад по акции. В магазине то по помидору лучше выглядят. Помидорки черри. 120 рублей. Мармелад.
остался огурцы, арбуз есть, капуста. Желтые помидорки есть. Ладно, на этом всем пока.